Всех приветствую, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, Юрий Кот. Мы продолжаем играть в игру Шенсу Нок-Нок. И, судя по всему, наверное, это будет последняя серия. К нам уже кто-то ломится в двери, но нам нужно продолжать. Я не знаю, чем это все закончится, но вы просите эту игрушку, поэтому я попытаюсь. Я давно не играл в нее. И, конечно же, сейчас возможны различные фейлы. Так, глазки у нас открыты. Оно обычно спало вот тут. Тихо. Тихо. Чё это там к нам идет? Давай. Включайся, дружище, включайся. Лампа, это наше с вами все. Тихонечко. Так лопочет, прикольно, слушайте. Ну, просто замечательно. Так, что у нас здесь? Где-то здесь недалеко появились часы. Я хотел бы до них дойти, если честно. Вот здесь они и появились, кстати. Теперь мы просто с вами вернемся. Чуть-чуть промотали. Так, открылась дверь. Но нам нужно выходить из этого дома, друзья. Поэтому, да, наверное, мы пойдем сейчас с вами вперед. Но будем периодически включать, выключать свет. Это все случилось здесь, в этом самом лесу, в этом доме. Как он разговаривает мило, согласитесь. Милота, да и только. Так, здесь свет выключаем, здесь выключаем. Внизу, наверное, нужно выключить свет. Ну, чисто на всякий случай, мало ли придется отступать. Я просто не знаю, что в этой серии у нас будет с вами. Я вообще ничего не знаю. Включай. Хорошо. Давайте попробуем спуститься вниз. Ну, вроде бы, как нам здесь ничего не угрожает, чисто теоретически. Но это не точно. Это не точно. А ну-ка, спустись. Глаза у нас открыты. Сейчас мы здесь выключим свет, ребята, и попробуем пойти наверх. А, господи, зачем же так меня пугать этим громом? Ну... Давай, включай. Судя по всему, ребят, это будет либо нормальная концовка, либо плохая. Хороший, типа, ну, ждать не приходится, сами понимаете. Давай, включай. Отлично. Поднимаемся наверх. Так, тихо. Выключили, пошли наверх. Выключили. О-о-о! Здесь девочка сидит в углу, ребят. Здесь сидит в углу девочка. О, господи, это не девочка. Это просто какая-то фигня. Включай. А похоже, помните, была девочка, которая в углу сидит и плачет. Не смотри в зеркало, смотри в окно. Зачем вы мне это говорите? Зачем ты мне это говоришь? И кто ты вообще? Так, включай. Очень большой дом, ребят. Почему-то получается. О, да ладно, кто-то идет уже к нам. Уже как мне сыкотно, серьезно. Так, включайся. Здесь потушили, здесь выключили. Спускаемся вниз. Включаем, что у нас внизу? Почему даже в этом доме выключается свет? Ведь у нас время застыло. Так, попробуем отсюда выйти. И посмотрим, к чему это все приведет. Нам нужно побыстрее искать дом. Видите, у нас остался совсем небольшой хвостик. Нужно как-то дойти до дома, до следующего. И, ну, там вообще без вариантов. Там все будет очень быстро, потому что видите, да, что шансов нет. Шансов, ребят, у нас просто с вами нет. Так, выше. Где-то стоят вот эти вот страшные чуваки в листьях. Тихо, не пугай, я и так пуганный. Господи. Ну, игра, ребят, серьезно. Заставляет понервничать. Есть вот такие вот некоторые моменты. Так, попробую спуститься вниз. Еще ниже.
Наверх. Блин, где дом? Я же его не найду сейчас. В смысле, я дошел, что ли, пол? А, да, видимо, дом находился внизу, и я просто спустился к нему, ребят. Я так понимаю. Вот здесь сейчас начнется самая жесть. Жизни у нас осталось очень мало. Наверху, видите, осталась вот такая вот шкала, типа как молния. И мы просто сдохнем сейчас, мне кажется. Отлично. Смотрите, какая красная комната. Так, глазки-то у нас закрыты. Давайте подождем. Может быть, здесь будет где-то ждун. Так. Пойдем наверх сходим. Хорош. Давай, 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 давай. Глазки закрываем. Есть такое дело. Выключаем свет, спускаемся вниз. Пошло время мотать. Пошло мотать время, ребят. Давай, 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 давай. Ай, да ладно, там что-то было. Галлюцинации. Это долгого недосыпа. Я слишком мало сплю из-за всех этих обходов. Нет, не круглое. Было в записке. Так, спустись. Глазки, смотрите, закрыты. Ждун, еще один ждун, ребят, лезем наверх. Девочка плачет. В автомате. Закрываем глаза, ждем. Еще один ждун, слушайте. Круто. Это просто офигительно, что он здесь есть. Не-не-не-не-не-не-не. Здесь выключаемся. Спускаемся вниз. Выключаем. Закрыли глаза, смотрите, сейчас что-то появится. Я надеюсь на это. Я очень надеюсь, что здесь что-то появится. Да давай быстрее. Просто куча листьев. Ничего особенного. Это не страшно. Ждем. Просто какой-то граммофон розовый. А вот и наша комната, ребят. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Так, мне нужно наверх вернуться, ребят. Давайте попробуем. Давай, 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 давай. Глаз, господи, быстрее, глаз, твою мать. Отлично. Глаза у нас закрыты, ждем. Просто ждем. Еще куча листьев. Просто спускаемся. Давай, 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 давай. Давайте попробуем эту дверь открыть. Может быть, там что-то получится. Ждем. Пока все шикарно, ребят. Все очень-очень хорошо. Внизу, внизу девочка. Давай, включайся, твою мать. Ай, да ладно. Давайте спустимся. Хорошо. Рядом, соседний ком. Да я понял, давай, включайся. Быстрей, 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 быстрей. Быстрей. Пока все, ребят, под контролем. Глаз, глаз, глаз. Быстро, 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 быстро. В соседнюю комнату пойдем сходим. Там что-то. Да ладно! Выключи свет, он мешает. Смотри. Мне не нравится, что здесь происходит, ребят. Там куча свечей, свечи, много очень. Ни ждуна, ни хера. О-о-о. Может быть, спрячемся, как думаете? Ну хотя бы раз же нужно попробовать, правильно? Тихо, тихо. Не стоило включать свет, что-то там было не так. Он что-то еще сказал, что-то пролепетал. Я не понял, что он сказал. Почему меня вернуло назад? Тихо.
Просто нужно пойти в соседнюю комнату, ребят. Я могу это сделать. Давай, 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 давай. Открывай. Ты делаешь только хуже. Глаз, я вижу глаз, ребят, я вижу глаз. Включайся. Что внизу у нас с вами происходит? Там эти свечи исчезли? Ты меня видишь? Перестань. Давай, твою мать, включайся! Ай, да ладно! Ты делаешь только хуже. Эй, это я не хочу! Ребят, я не хочу туда, серьезно говорю. Мне совсем немножко осталось, чуть-чуть по времени. Давай, 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 детка, давай, я тебя прошу, умоляю просто. Закрытые глазки, ждем. Нужно просто идти вниз, там, где все обложено кафелем. Да, ребят, есть ждун, мы сейчас проматываем время. Слушайте, мы прожили с вами ночь, это просто замечательно, это просто офигительно, мне это нравится, то есть получается, что вроде бы как все хорошо. Эта игра особенно опасна, потому что ее начинают гости, рано или поздно вы услышите голос, кто не спрятался, через некоторое время он говорит, кто прячется, тот застыл, я не виноват, после этого вас находят, что бы вы ни делали, и все начинается сначала, кажется, что выиграть невозможно, ключ это игра для смелых, на самом деле прячется тот, кто стоит на месте, пока хоть кто-то в доме прячется, игра будет продолжаться, любую игру нужно довести до конца, кто довел, тот и победитель. Вот это очень странно, знаете ли. Так, ну здесь дом, а потом выход, дверь, ребят. То есть мы подходим к концу, и я надеюсь, у нас получится. Дело в том, что верхняя шкала, она куда-то исчезла вообще, и я не знаю. Наверное, эта шкала показывается только во время хорошей или плохой концовки. Идем сюда, включаем свет. Надо ли вообще туда идти? Может быть, сразу к двери бежать? О-ху-ху-ху, слушайте, это просто офигительно. Какое оно мерзкое и огромное, ребят, это просто офигеть. Он что, потом весь дом сожрет, что ли? Ну, чувак, нам с тобой не по пути. Я вижу ждуна. Я вижу ждуна. Идем мы туда. Так, ласки. Пока открытая, проходим, ребят. Знаете что, ребят, эту локацию тоже нужно как-то домотать, наверное, часами, но только при помощи тех часиков, которые появляются. Видимо, других вариантов нет, но я все же попробую. Сейчас попробуем спуститься вниз, вот сюда. Смотрите, значит, да, часы пойдут мотаться. Это типа реальное время, насколько я понимаю. Когда мой дед ощутил, что его время пришло, он сделался собран и сосредоточен. Не хотел умирать, потому что совесть его была неспокойна. Что-то он там не доделал, чего-то недопонял. Не знаю, успел он или нет, тогда я был еще очень мал. Не знаю, ребят, что это значит, но слишком все запутано. Так, дверь открылась, но, наверное, это хорошо, нам нужно идти теперь к ней. И время пока стоит на месте, знаете ли. Нужно просто идти куда-то дальше и посмотреть во все места в этом доме, которые вообще здесь имеются. Поглядим. Я просто все повключаю, ребят, но не факт, что что-то появится, потому что в этом доме он глаза не закрывает. Нам остается вот буквально все, совсем небольшой отрезок. Видимо, это реальное время, а то время, которое вот ночь промахнула. В общем, это показывается все время, а то время это типа конкретно время одной ночи. Что это был за звук? Что это, мать его, был за звук? Так, выключаем, спускаемся вниз. Пробуем. Очень осторожно это все делаем. Ну, естественно, глаза открыты, здесь ничего не происходит, собственно, как и всегда. Так, 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 так. Открытая дверь. Давайте попробуем спуститься. Может быть, я здесь что-нибудь найду. Мне бы ждуна, кстати. Ну, так я называю часы, которые здесь появляются.
Это супер быстрый ждун. Давайте попробуем выйти. Все-таки. А, это еще не все. Я думал, это уже дверь, типа, на выход, но нет, ребят, ничего подобного. Блин, вот этот мешок, короче, непонятно с чем, реально напоминает девочку, которая сидит в углу и плачет. И это очень странно, знаете ли. Посмотрите на эту херню. Просто невероятно, ребят. Могу ли я выше подняться? Давай, давай, давай. Что? Что? Кто там пошел? Странный шум такой, ребят. Типа помехи какие-то. Херово прорисованный монстр. Ладно, меняйте, не напугать. Мы попробуем выйти теперь в двери и посмотреть, что из этого получится. Наверное, нужно вниз идти. Значит, здесь выключаемся. Опа, пули, пули, пули. Хорошо, идем. Включайся. Включайся быстрее, включайся. Допустим, одна дверь у нас всего есть. И дальше выход. Лес, ребят. О, заставочка, давненько их не было. Что-то я не то что-то нажал, да? А что произошло? Я в том же доме нахожусь, ребят. Да все, все поняли. Да, есть ждун. Что-то произошло, и мне нужно было не выходить, наверное, да? Я нажал какую-то, может быть, неправильную кнопку. Я, честно говоря, не понял, что произошло. Ну, хорошо, хорошо. Давайте теперь по новой это все делать. Я как бы не против. Но здесь страшного-то ничего не происходит. Просто есть какой-то шум, кто-то ломится в дверь. Все как обычно в этой игре, по-другому не бывает просто. Так, спускаемся. Ну, допустим, пошел у нас отсчет. Как бы все понятно здесь. Я слышу. Че, похоронный марш какой-то играет в мою честь, ребят. Так, спустимся вниз. Почему играет эта музыка странная? Я специально, ребят, не смотрел гайды, потому что, ну, наверное, так было бы неинтересно. Хотя, знаете, попадаются такие игрушки, что, наверное, нужно было бы смотреть гайды вообще по прохождению. Давай, 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 давай. Так, поджигайся. Включайся. Свет. Да будет свет. Отлично. Здесь мы выключаем все это дело. Ну, глаза у нас не закрываются, соответственно, привыкать как бы не к чему. Единственное, что можно привыкать только к этой игре, которая, ну, не перестает удивлять, постоянно напрягает. Поднимаемся, поднимаемся. Наш персонаж просто сошел с ума, по всей видимости. Мне нужно просто выйти, наверное, в дверь, или если вдруг нет, то получается, что мы что-то упускаем. Да, смотрите, вот она дверь. Ну все, ребят, то есть больше ничего не происходит. Только вот такой вот человечек нам показывается. Типа, мы сошли с ума. Это конец игры, типа, вот что я пропустил. Не знаю, ребят, в общем, получилась вот такая вот серия. Я так понимаю, все это происходит из-за того, что у нас просто нет с вами... вот этой шкалы наверху, белой, ну, которой на молнию похоже. Видимо, если бы она осталась, мы бы прошли до самого конца. Я так понимаю, что вот это одна из концовок. И, по сути, как бы все. Больше кино не будет. Поэтому, ребят, сделаем с вами следующим образом. Серия получилась на 20 минут, с учетом повтора последнего уровня. До...
последние двери я пройти не могу, от вас, собственно говоря, информация, подсказочка. Будем с вами общаться, да, путем комментариев. Вернее, вы будете мне писать, что делать дальше, я буду это принимать к сведению, и, возможно, я что-то упускаю. На самом деле, мне кажется, что, может быть, в этом доме что-то есть, и нужно что-то забрать. Но начинает играть вот этот вот граммофон, начинает что-то происходить, и я не понимаю, что делать дальше. Я выбегаю, как я раньше делал, по старинке, в дверь, но наш герой сходит с ума, и на этом игра кончается. Вот такие вот дела. Поэтому, если есть заинтересованные в продолжении, если есть заинтересованные в том, чтобы мы прошли еще на хорошую концовку, в чем я, кстати, очень сильно сомневаюсь, вы обязательно пишите, мы попробуем учесть все эти просьбы, и даже если не на канале, то на стриме мы попытаемся пройти ее на хорошую концовку. Ну, я так понимаю, что и до плохой концовки мы тоже типа не дошли. То есть это просто концовка, когда пропадает шкала, и все, дальше мы двигаться с вами не можем. В любом случае, я надеюсь, что вам понравилось. Если так, не забывайте подписываться на канал, где проходят стримы. Не забывайте про паблик ВК. С вами был Юрий Коц. А пока, всем до новых встреч и до новых видео. Скоро увидимся. Все как обычно, ребят.